Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя, ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну кто тебе сказал, что нынче осень и золотые листья на земле? Ну кто тебе сказал, что ровно в осень я не приду, любимая, к тебе? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? На-на-на-на. Чужая сторона, и вспомнил я тогда твои глаза, любимая, хорошая моя. Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? На-н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 а-
Друзья, сегодня разбираем песню «Никто тебя не любит так, как я». Ну, эту песню много кто исполнял, и Кобзон, и, ну, в общем, много разных исполнителей. Вероятно, много разных вариантов этой песни люди могут вспомнить и предложить. Так что то, что я исполнил, это как бы один из вариантов. Поэтому, если он немножко расходится с вашим, то извиняйте. Я предлагаю вам такой вариант. Значит, аккорды и слова будут в описании к ролику, и также вы могли их видеть во время исполнения песни. Сейчас, что касается боя. Бой я играю следующим образом. Вот, сейчас попробую более детально его показать. Значит, как это выглядит. То есть я большим пальцем правой руки извлекаю звук из басовых струн, ну то есть из, которые находятся сверху, но по звуку ниже, толстые струны, да, шестая, пятая, четвертая обычно. Допустим, ля минор я беру, я извлекаю звук из пятой струны, она открытая у нас, и потом бью вниз, и как бы глушу, получается. Ну тут можно глушить, можно не глушить, но суть такая, что вот вы извлекаете звук, да, большим пальцем из пятой струны, и потом бьете вниз. Это как бы первая часть боя, да? Потом мы чередуем, допустим, с четвертой струной, ну, либо с шестой, ну, допустим, пусть будет пятая, четвертая, да? Вот. Извлекаем звук из четвертой струны. Так. И здесь, после извлечения с четвертой струны, мы остальными пальцами, ну, указательным, да, получается, мы как бы вверх
вниз и снова вверх. Вот так получается. Значит, первая часть, да, у нас вниз. То есть получится пум-та, пум-та-та-та, пум-та, пум-та-та-та. Как это выглядит, да? Пум-па, тум-па-па-па, пум-па, пум-па-па-па, пум. Если медленно, да, значит, пятая струна, вниз бьем, потом четвертая струна, и вверх, вниз и вверх. Вот так. То есть получается... как бы основная структура боя, он может, конечно, отличаться от того, что я играл, потому что, ну, когда играешь, всегда импровизируешь, и поэтому, может, где-то была какая-то приглушка, какие-то где-то добавились моментики, но основная структура, как бы, вот такая. Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Поцелую так, как я, любимая, хорошая моя. Вот, ну то есть в зависимости от аккорда и струны басовые тоже меняются. Ну допустим, у нас этот ми мажор, да, мы здесь берем пятую и шестую, скажем. Ля минор мы берем там пятую и четвертую. Ре минор, наоборот, четвертую и пятую чередуем. Дальше, соответственно, там, ну, допустим, соль, здесь пятая, шестая и пятая, до, пятая там, и четвертая. Ну, то есть, это нужно уже смотреть по ходу, как вам удобнее играть, в общем. Но, опять же, говорю, что может быть бой, в принципе, любой. Какой-то там, даже такой, допустим. Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Или там... Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Вот. Ну, то есть, в принципе, насчет боя это дело индивидуальное, можно так сказать. Ну все, пожалуй, долго не буду тут рассказывать. Все, мы разобрали с вами песню «Никто тебя не любит так, как я», или же другое название. Ну где же ты, любовь моя? Надеюсь, все было понятно, доступно. Если какие-то вопросы остались, пишите в комментариях, спрашивайте, с удовольствием на них вам отвечу. На этом у меня все. Всем пока, хорошего дня, хорошего настроения. В общем, всего самого-самого хорошего. Всем пока.